В Москве новорожденный мальчик насмерть захлебнулся молоком матери. Трагедия произошла в четверг, 20 января. По информации СМИ, младенцу на момент смерти было всего 5 дней. Перепуганная мать вызвала скорую помощь в квартиру на проспекте Маршала Жукова, когда заметила, что малыш подавился. Однако медики уже ничем не смогли помочь, смерть наступила за 15 минут до их приезда. Предварительно, новорожденный умер из-за того, что ему в дыхательные пути попало молоко. Ранее сообщалось, что 4-месячная девочка умерла в специализированном доме ребенка в Тюмени. Предварительно, малышка захлебнулась рвотой после ночного кормления. По данным издания, сотрудники дома ребенка вечером покормили детей и уложили их спать. Одну девочку туго запеленали, поэтому когда ее начало рвать, она, вероятно, не смогла повернуться и захлебнулась. Воспитатели обнаружили мертвого ребенка только на следующее утро.